Всем привет! Давайте в этом видео просто поговорим о многом. То, что в видео, возможно, я не рассказал, как это все здесь происходит в программе. Кстати, очень приятно, что многие заинтересовались этой программой. Согласитесь, что она классная. И внешний вид, и удобно все тут делать. Давайте расскажу сначала об одном человеке. Он сделал канал, ссылку оставлю, где найти, с чего все началось. Попалось мне видео, где был сделан с Варкрафта вот этот персонаж Дурагор. Конечно, он у меня другой, но он мне помог все-таки его доделать. Года полтора у меня эта модель была, я ее переделал, посмотрел, как он делает. И ссылку оставлю на его канал. Заходите, посмотрите, будет впереди еще много видео. Кстати, качественно делает, знаний побольше, наверное, у него. Расскажет что-то вам интересное, подписывайтесь на его канал. Сейчас я покажу, где это все найти. Вот столько видео у него, как сделать меч Дурагора, как оружие делать. В общем, полазите, посмотрите по анатомии, тут модель делает человек. Потом будет у него еще видео, так что подписывайтесь. Что я хотел? Давайте разберемся по персонажам. Как что делается, какие кисти и с чего начать. Для начала я делаю вот такие вот болванки. Вот такие болванки делаю, симметричные модели. В первую очередь леплю там голову, допустим. И потом, когда голова уже готова, уже начинаю делать к нему тело. И вот, когда тело уже вылеплено, вы подставляете голову. Наверное, по прошлым видео вы уже это все видели. И получается вот такая симметричная болванка. С этой болванки потом вы уже можете делать позы, что-то там как-то менять, словом, расположение. Давайте вот на примере Тарзана рассмотрим. Вот как его делать, вы уже, наверное, видео посмотрели. Сначала я сделал голову, потом сделал тело к нему. Вот. Вот такой он получился. И впоследствии уже вот такой он вышел. С переделанной анатомией, полностью движение в динамике. Так, как менять сетку, работать над сеткой, вы уже, наверное, тоже посмотрели видео, не буду объяснять. В принципе, вот это вот самое простое, сделать симметричную модель и потом уже работать в следующем этапе над ней. Если же делать сразу модель, можно, конечно, и так делать сразу уже с позой, ну потом, если вам что-то пригодится с этой модели взять, допустим, вы уже не сможете. Или что-то возьмете, ну вот, допустим, рука уже близко, уже нога не того качества будет и так далее. Так, давайте разберемся теперь вот по этой модели. Работать как с референсами вы знаете. Фотографии берете с интернета и, в принципе, фас и профиль подгоняете, а потом уже дорабатываете. Так, какими кистями работать, давайте расскажу. Очень мне нравится кисть Claybirds вот эта. Чем она хороша? Когда вы делаете уже набросок болванку какой, ну, модели, она незаменима в нанесении мышц, каких-то деталей.
Если вам нужно сделать что-то потихоньку накидывать, уменьшайте интенсив до двух, уменьшайте draw size или прибавляйте, и вот так эта вся кисть потихоньку работает. Вот. Еле видно, и потихоньку вы не испортите модель. Вот так вот. Если вы уже прибавляете, то получается более резкое, уже где-то на волосы пойдет. Но опять же вы видите, что она ломает. Модель должна быть высокополигональной, чтобы это дело все четко вот так вот проходило. И опять же The Sub, когда вы нажимаете, она очень хорошо вот так вот убирает. Ну, работаю я в основном на двойке. Очень удобно. И убирает потихоньку, не спеша никуда. Вообще в этом деле спешить не стоит. Так, с мышцами мы разобрались. Еще кисти, какие я использую, это MOV топология в основном. Но она мне больше нравится, потому что она двигает более качественно, что ли, ну как... Полигоны уже хорошо вот это прибавляет, уменьшает. Сейчас я уменьшу полигонаж. Опять же, возвращение, допустим, к предыдущей сцене. Это вот верхняя вот эта полоска. И вы можете просто вот так вот нажимать и возвращаться. Вот вы видите, что полигоны уменьшились. Все можно работать. Так, что теперь с волосом? Есть уже готовые кисти, вы их можете опять же сами сделать. Давайте найдем их. Заходите в Lot Brush, у кого они скачаны. И если вы сохраняете кисти куда-то, то создайте папку. Там все для ZBrush, все для Blender, вот чтобы все у вас здесь было. И по компьютеру далеко вы не бегали, не искали и на рабочий стол не выносили. И вот вы когда находите кисти, вот вы видите, очень много. Я потом ссылки еще покидаю, постараюсь. На вот эти вот кисти, альфы, на волос есть кисти. Сделайте папку, допустим, кисти выбранные и перепишите название. Все они на не русском написаны, на английском. Перепишите, допустим, вот цепь, коса и так далее, чтобы вы потом в будущем не терялись. Есть кисти, которые рисуют уже курвой, а вот эта кисть, она просто рисует. Давайте я на сфере покажу. Добавляем полигонов, как обычно. И вот, вот так эта кисть рисует. Вот этот волос я использовал в плетенке волос Дурагора. Очень, кстати, удобно. Единственное минус, что вот она плоская. Приходилось ее делать, опять же, MOV топология и чуть-чуть вот так вот ее приподнимать и потом делать Clayburst брал. И вот это вот углублением делал вот так чуть-чуть подводы между ними, чтобы она казалась как выпуклая. Вот так вот. Все вот эти... Кружочки это сферы, цилиндры, вы видите, что в принципе нет тут ничего такого сложного. Вот эта вот большая коса, вот это цилиндр, и можно нарисовать. Так, какими кистями я еще пользуюсь? Ну, вот еще классная кисть, это Polish. Хорошо она выравнивает. Вы видите, что работает она. Если кто работал в Sculptress, тот поймет разницу, что точно так же
почти одинаковая, все мягенькое. Можно под разными углами, видите, делать. Она делает все четко. Так, тоже удобная, очень хорошая. И курф-тюб. Вот это вот волос. Делал я ей вот так вот. Делаете. Можете Draw Size прибавить, нажать на нее. Вот будет уже большая. Вот когда вы делаете волос, сделали вы курвой вот эту вот полоску, вы можете опять же курвой вот так вот изменять, вытягивать, вот так менять ей позицию, вот так вот полностью. Но это неудобно. Вы отключаете эту курву и, допустим, можете работать MOV. Отключаете симметрию, если она вам не нужна, и вот работаете полностью, вот крутите MOV ее, работаете ротацией, вот так вот подгоняете, потом, используя MOV, приближаете, устанавливаете как вам надо курву. Если она все нормально установилась, возвращаетесь на саму вот эту кисть и жмете просто на любой поверхности. Когда установилась вот эта вот модель, курва, ее можно также с помощью MOV Topology вот так вот двигать. Изменять ей позу, вытягивать куда-то. Даже если вы потом объедините модель, все вот эти вот детали, то потом вы можете в модели ее потихоньку двигать, не зацепляя другие, допустим, если она у вас разбита на полигруппы, модель, то все вот будет работать нормально. Потихоньку можете вытягивать, поправлять, все будет вот таким образом. Когда вы ее нанесли, вы ее убираете так, как вам надо. Вот вы верхнюю часть спрятали. И что можно с ней сделать? Ее можно вытянуть. Вот вы видите, вытягивается она хорошо. И потом использовать Shift. Просто вот так вот заострить. Смягчить. Вот получается вот такой мягкий волос. Что еще можно с ней сделать? Это опять же ставим стандартную кисть. Сделаем this up, уменьшаем draw size прям по максимуму и интенсивность чуть-чуть уменьшим. Можно подобрать ее, попробуйте, как она будет рисовать. И вот когда вы приблизили ее, можете сделать вот этой вот dynamesh, там zrmesh, чтобы она лучше была, или добавить просто divider. И теперь вы можете просто вот так вот наносить полосы. Если у вас вдруг не рисует кисть по модели, по какому-то объекту, исправить это положение можно в brush, вот здесь, и simple. И вот эту spoiled projection отключаете. И вот у вас уже будет модель рисовать. Вот так вот. И можете вот так потихоньку ей придавать вид настоящего волоса. Также можно отделить вот этот вот волос от модели, если вам это необходимо. Вы нажимаете геометрии. Пардон, нажимаете сплит и жмете Group Split, вот эту кнопку. Вот у вас уже отделилась эта модель, вы можете остальные отключить и просто работать уже вот этими, чисто с этими саптулами. Так, что еще можно сделать? В принципе, как добавляются вот эти вот детали,
цепочки, зубы. Делаете со сферы, открываете сферу. Можно ее уменьшить с помощью Scale, вот этой кнопки. Но мне больше нравится в геометрии пользоваться сайзом. Во-первых, он быстро все, вы видите, это делает. Вот так, когда вы ее поставили, вы можете еще так ее растягивать. Можете вот здесь вот в другую сторону делать. И вот когда вы ее вот так вот сплюснули, вы опять же открываете Move Topology, ставите Draw Size побольше и потихоньку начинаете вот так вот моделировать зуб, клык. Если вам нужно, уменьшаете Draw Size, где-то чуть-чуть вытягиваете, где-то поджимаете. В принципе, ничего такого серьезного, сложного нет. Вот так. Вот когда вы смоделировали более-менее зуб, можно зайти, сделать ему Dynamesh и прибавить ему дивайдов. Также можно его потом выгладить, чтобы он стал гладкий, и уже с помощью Polish уменьшить Draw Size, опять же, потихоньку, вот так вот на низкой интенсивности, вот так вот потихоньку дорабатываете, уже придаете внешний вид зубу. И периодически используете Move Topology или просто Move кисть. Ну, какой удобно вам будет работать. Также можно использовать уже резку Ctrl-Shift. Если вам нужно какую-то часть удалить, выбираете кисть, убираете divide the lower и вот так вот обрезаете. После обрезки, кстати, если вы модель будете делать, у вас появляются вот, вот эти вот еще полигруппы. Лично я их объединяю в одну, чтобы потом, если вдруг понадобится разъединить, разъединить модель на саптулы, чтобы вот эти потом не вылазили в отдельности. Их приходится, если много их, бывает путаешься, откуда он, бывают они маленькие, там еще большие, и в принципе очень мешают потом. Так, что еще можно объяснить по этой модели? Борода полностью сделана Clay Birds, и делал я ее с помощью Polish. Если кому-то более качественно надо, ну, с проработкой там деталей, как волосы, то уже придется чуть-чуть посидеть, постараться, помучиться. Ну, в принципе, для такой модели простенькой. Вот такая борода, в принципе, вот такой вот мне нравится. Также можно стандартную кисть использовать, опять же, на резку, на углубление. И вот так где-то ставите угол, и вот так вот потихоньку где-то там подчищаете. Но опять же, все зависит от времени и от качества проработки деталей. Глаза вы, наверное, знаете, как вставлять. Это опять же сферы. Так, что еще тут? Ну, в принципе, тут ничего такого сложного. Все как-то простенько. Как сделать текстуру? Есть еще такая фишка, когда вы все вылепили, да? Давайте приколимся. Открываете текстуры, находите модель, с которой вы работали. Так.
находите опять текстуры, нажимаете вот на эту картинку и жмете вот сюда вот на угол, на значок. Она у вас высвечивается, отключаете ликбокс. Почему он постоянно выскакивает, не понимаю. Ну, в принципе, вот так. И теперь давайте сделаем быстрые текстуры. Вот так вот установим модель. Это опять же все в видео есть. Так. Подгоним маломальски глаза, потому что если не попадут, потом будет очень плохо. И теперь прибавим давайте вот эту всю картинку. Отключим вот этот вот круг, нажмем Z, английское, и переключимся на RGB, отключим вот это The Sub, вот эту вот ZAD, не надо. Но это вы уже по прошлым видео, как раскрашивать, наверное, знаете. Кто не знает, вот так все это дело работает. Вот это отключаете, ставите стандартную кисть и просто потом уже рисуете. Так, если она у вас не будет рисовать или лучше раскрашивать, ставьте материал белый. А то бывает не видно, что она делает, что не делает. Так. Интенсивность у нас на всю. Зайдем в браш, если что-то опять же не ладится, и поставим вот этот, включим вот эту клавишу. Если кому надо, можно ее вынести на какую-нибудь панель, вот на боковую, вот сюда можно вынести, или сюда вот сбоку еще поставить дополнительно. Так, когда вы вот так вот все раскрасили, не беда, что у вас что-то совпадать не будет, это все мелочи. Заходим теперь в маскинг, находим Mask B Color, Mask B Intensive, и заходим теперь в сабтулы, находим нашу модель и вот эту вот кисточку отключаем. Все вот у нас есть теперь оттенок. И теперь давайте зайдем в деформацию. И в деформации немножко сайзом поработаем. Вот вы видите, что можно вот так вот сделать. Внешность меняется полностью. Ну, это как быстрая текстура, что ли, это. Вот можно... Главное не перебарщивать, а то ужас, что получится. Ну, в принципе, немножко можно добавлять. И вот вы видите, что уже другой вид получился. А если вот так вот чуть, уже его другой. Снимаете теперь вот это выделение, маску. И вот вы видите, что переборчик вышел маленько. Давайте назад вернемся. Вот чуть-чуть еще прибавим. И опять маску снимем. Вот вы видите, уже и текстура есть, и вид другой модели. Просто мы использовали картинку, какая более-менее подошла к лицу. Если что-то не подходит, но вам нужны какие-то детали, можно нарисовать, не всю так закрашивать. Так, давайте я вам покажу опять же. Вот можно не всю так закрашивать, а вот именно частями. Вот эту вот какую-то часть тут глаза, допустим, вам не нужны, можно вот так убрать. Там клыки не хотите трогать. Вот так и все выделить. И там где-то бороду чуть-чуть. Опять же, маску можно нажать на маску и один раз вот так еще на нее. Она становится мягче. И все, и опять ротации работаете. Не ротации, пардон, сайзом. Уже заговорился чуть-чуть. И вот теперь сайзом вот так вот вы можете работать. Эти части теперь не будут меняться, а вот будет
только замаскированная зона, внешний вид менять. Так, этот принцип тоже понятен. Я не знаю, поместится, сколько у меня там допустимых минут на видео. Все, всем пока, всем до свидания. В следующем видео задавайте вопросы, просто так снимать видео по какой-то теме или еще что-то, не знаю, что спрашивают или то, что интересно людям, очень сложно. Постараюсь снять видео по вашим вопросам, вы просто их пишите под видео. До свидания.